когда-то для того, чтобы считаться грамотным человеком, нужно было уметь читать и писать. То есть это считать, этого было достаточно. Несколько лет тому назад один из министров образования Украины сказал, что сегодня грамотный человек – это тот, который знает хотя бы один иностранный язык и умеет свободно обращаться с компьютерными технологиями на уровне пользователя. Вот. Ну, конечно, речь идет о богословской грамотности. Вот. И я думаю, что сегодня верующему человеку нужно учиться быть богословски грамотным для того, чтобы уметь анализировать процессы, уметь находить ответы на жизненные вопросы, обращаясь к Священному Писанию и к церковной традиции, к богословской традиции в данном случае, вот. И реагировать на вот те вызовы, которые... с которыми приходится церкви, обществу нашему современному сталкиваться. Вот для этого и необходимо обучаться. Ну и, конечно же, то есть самое главное – это навык самообучения, то есть то, без чего невозможно обойтись в принципе. Вот поэтому нужно учиться.